Доброе утро. Доброе утро. Утро. Это утки. Утка. Утка, утка, утка. Как настроение? Хорошо. О, па. Зоя идет здороваться. Грязная Ку-ку. Какая. Привет. Привет. Мама, можно потрогать пакет? Нет. Он мокрый? Да. Очень красивый. Ку-ку. Вы как гремлины пришли ко мне. Все сломать, все уничтожить, навести шухер. Доброе, да. Сегодня вроде солнышко обещает. Хорошо, мы сегодня поедем на материк. Магазин. Что такое? Я сейчас сижу, как пока девочки еще спали. Зои. Это был мой кофе. Там его не было, но, может, капля там была. Пойдемте умываться, зубы чистить. Пойдемте. На озеро? А в шатре, где я сейчас сижу, тут не хватает такой скамейки с мягкими подушками накинутыми, чтобы можно было, ну, нормально сесть, развалиться, там, скрестив ноги, подняв их, чтобы было удобно, хорошо и замечательно. А тут пока только вот стулья, 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 одни стулья. Была мысль, во-первых, сделать из старой скамейки и из старых стульев, просто спинки к ним прибить, ну, накидать подушек и все такое. Потом, значит, была идея где-то раздобыть поддонов овощных там и всяких продуктовых, как в магазинах, и просто их составить, так, модульно, система. Вот, вопрос, да, как привезти сюда все эти поддоны и прочее. Где паук? Вот он. Паучок — это хорошо. Сейчас он уползет, и все. Паучки добрые, они хорошие. Они селятся только в хороших семьях. Вот сейчас опустила им качельку на самое крайнее такое положение. Мы до этого в прошлую нашу поездку не пользовались. Вот так качельку не раскладывали плоско. А, все потому, что она стояла в шатре. А тут как-то получилось так, что нам понравилось. Вот теперь этим пользуемся постоянно. Вот там посерединке лежишь, тебя вот эти подушки обнимают, так за ты проваливаешься в сон, потому что легкое качание вот этой качельки, особенно если абстрагироваться от скрипа. О, боги, всем такого желаю. В теплый денечек слушать шум веточек, кушать этот воздух, просто жадно ртом кушать, есть, поедать, впитывать в себя. Ладно, меня понесло. Буду продолжать пить свой кофе, перебирать шишки руками. Держишь кофеечек, второй рукой рассматриваешь шишечки. Щупаешь их. Ты ко мне пришла? Да. Ты не хочешь качаться? Нет. Ну, рассказывай тогда. А что? Ну, как ты докатилась до такой жизни? Деревья! Деревья? Детские тележки-то пригодились. А я иду готовить детям яичницу. Тут настил уже положила на крыльцо. Удобненько. Вкусно? Угу. Угу. Приятного. Кофеек. Как хорошо, когда графинами, знаете, варится кофе. А мы тут с мамой, ну, ручками решили заделаться в очередной раз. Нам как бы не привыкать. Всю жизнь так. Таскаем супер кресла раскладные из избы для того, чтобы их просушить хоть чуть-чуть. Прекрасное спальное место для любых гостей. Ну вот, вытащили кресло, погладили кота, собаку, опять качаемся, отдыхаем. Потрудились, отдыхаем, потрудились, отдыхаем. Красота. Посидели, отдохнули и снова в бой. Мы сегодня идем по лес, по березке. Этого леса сейчас уже не будет. Держите мачете, я буду пилить.
оставила две сосенки. Один и два. Мокрая насквозь, но уже как старые добрые. Дорога практически расчищена. И целый куст берез наплодились. В общем, здесь никогда в жизни не было берез, и их здесь и не будет. Вот сосенки, да, сосенки я оставляю, их две штучки. Прям я даже палочки поставлю, чтобы их никто не снес. Случайно пускай растут. Сосенки мы любим. О, что ты ненавидишь? Шиповник? Шиповник? Да. Иди отдохни. Немножко охладись. Давай, 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 давай. Я тут порублю пока эти, как их там. Страшная женщина. Вот здесь, обходи, обходи меня здесь. Быстро не подходи, страшно. А что это? Ну вот надо сказать, рубится не так уж и тяжело. Только мне нужны две руки. Ну, в общем, вот так это все и происходит. Просто подбираюсь с этой стороны и рублю, рублю их. Вот меня уже тут много собралось. Ну, а? Было? Стало. Было, стало, да. По-моему, прекрасно. Ну, вот, чуть-чуть еще. Два часа работы бешеных. Два часа, да? Ну, где-то так. Ужас какой. И что-то после этой жуткой вырубки дороги, кстати, на которую мы сейчас сходим, да пройдемся, меня просто вырубило. Причем вместе с девчонками, они тоже спали. Ой, так хорошо, я поспала часа полтора, наверное. Как раз дождик был на улице. Ну, такой легкий, на самом деле, все сухое. Что-то ворота открыты. Красота. Осталось теперь вот там, сзади меня, лес. Сейчас солнце особо не видно, но вот надо теперь с этой стороны будет все сделать. Солнце такое яркое. Ну как, сегодня, да, вот мы одеты, потому что сегодня градус 22 всего лишь. Ну, не жарко, нормально. Это я еще после сна просто немножко подзамерзла. Сейчас на солнышке уже так тепло, хочется снять кофту, остаться в одной футболке. Ирбись, малыш. Солнышко, пёс. После обеда сожгли весь бумажный мусор. Я тут пытаюсь уют навести. Кресло поставила, но так, пока относительно. Должны они высохнуть, чтобы все с ними стало в порядке. Сервис, отдыхаешь? Ну, такой уголочек, миленько. Кто-то на кресле может там восседать, наслаждаться. А теперь Зоя что пришла? Вырвать ногти? Мои. Твои? Да. Очень опасный ребенок. Иди, Нейрубис, малыш. Кайфушечка. Да, зайчик мой? А где котик? Страшный маленький ребенок. Рука. А вот и рысенька пришла. Привет, собака. И здравствуй, рыжая. По дороге в магазин. Слышим издалека машину. Готовимся к пыльной буре.
это и обратная дорога. Можно? Я тоже. Пойдем. А у Мишка кто-то прибавилось. Да. Смотри. Налетели. Мира, чему ты учишь сестру? Слушай, да ты сейчас просто лопнешь от напряга. Зоя. Держи. Да у нее полный рот этого печенья. Дай ей проживать-то хотя бы. Гуляем тут по острову, по разным участочкам. Ищем котика. Котика найти что-то не можем. Это клен. Клен детства нашей бабушки. Так, идем по тропинке. Вот. Дом. Недострой. Сёмчик. Сёма, мяу. Мяу. Сёма, мяу. Вот участок. Между прочим, он продается. Насколько я знаю, потому что здесь уже как бы... Ну, тяжело, в общем, ездить на остров с возрастом. И чем старше ты становишься, тем это все сложнее. Вот. Ну, тут понятное дело, что все как бы еще пока что ухожено, все подстрижено, то есть еще до конца не брошено. Вот, и тут как раз они оставили кошку, и есть подозрение, что... Ой, все, устала тебя нести, Зоя. Есть подозрение, что котик где-то здесь. Только где? Непонятно. Ну, тут хорошенький такой участочек, тоже на берегу, только берег здесь более такой высокий. Спускаться тяжелее. А так все очень хорошо, красиво. Вот так вот ухожено. Очень. Ну, здесь тоже ребенок растет. Или рос уже, можно сказать. Соответственно, все подходы к озеру, они закрыты при необходимости. Травка такая прям. Прям газончик. В мое детство вот здесь везде все это были грядки. Ну, вот, пожалуйста, грядки. Но здесь было все в грядках. А сейчас как бы вот. Ну, хотя бы травка, и то хорошо. Сумасшедшего размера туя. Конца и края нет. Ну, в общем, да. Участочек хорошенький. И банька вон там. Ну, то есть, тоже за рабицей. А? Хоста. Хоста? Скажи, где? Красивое растение. Ага. А вон там другая хоста. Ну, в общем, есть что посмотреть. Ну, да? Тут было. А? Ну, конечно. А, Зоя, подождите, Зоя. Раз, два, три, четыре. Подожди, бабушка, Зоя! Зоя. Зою забыли? Да. Да? Как мы могли? Мяу. Ладно, пойдемте повыше тогда поищем. А, вот она. Спряталась. А тут крыша такая плоская. Мы здесь часто загорали, лежали. Хорошо было. Мы тут поменялись детьми. И это, пытаемся обойти еще один участок. Здесь наш друг летом тоже жил, Тёма. Ну, здесь живут люди, поэтому здесь все так красиво, цветочки. Да. Ухаживают за домом. Каждый год приезжают. Так что... Дом живет и растет. Это очень хорошо, когда есть такие люди, которые за всей деревней, собственно говоря, ну, хоть чуть-чуть присматривают. Вот прокосили недавно здесь, буквально там несколько дней назад, с двух сторон такую, ну, тропинку. Хотя бы ходить теперь можно.
Вот, до этого здесь. Да, 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 так очень тяжело это все. Но тут есть бабочки на даче. Ну, то есть мы когда-то еще здесь, ну, в одном из каких-то прошлых роликов, я имею в виду поездок на остров, мы тут ходили по деревне, но это было в траве очень непросто. А сейчас хотя бы пройти можно. Но тут кусты. В моем детстве дом был желтым. Тоже здорово. Да. Вот так вот уже край деревни, последние несколько домов. Здравствуйте! Что говоришь? Спасибо, что меня принесла. О, пожалуйста. Угу. Вон там ребята все купаются на берегу. Мы сейчас туда к ним спустимся. Да, тут вот. Ну вот здесь, наверное, по травке надо вниз спуститься. Щекотно. Щекотно. Ну, здесь скошенная травка, но... Давай, приходи. Вот, до тропинки надо дойти. Пойдем спустимся. Традиционный способ сушить банки. Маленький шар. Еще одна охранная собака. Маленький шар. Разжигаем новый костер. Кот нашелся. А Ирбис упустил мышь. Поэтому он как японец. Поэтому он не кот. Пытается уничтожить себя. Начал с лапы почему-то. Короче, мы тут сидели, и мышь такая... Пту! Да, Ирбис не понял, что произошло, кинулся за ней, но уже след ее простыл. Но потом он полчаса тут бродил по участку, вынюхивал ее. Это как-то помогает? Бывает. Так же он и так горит. А? Он же и так горит. Ну, он захлебывается, потому что я сверху много накидал. А-а-а. Быстрее сделать. Угу. Ну, маши. Хорошо получается. Со спины это, наверное, прикольно выглядит. А я тут смотрю, точнее слушаю, как девочки смотрят мультик. Они сегодня очень устали, мы их замотали. Много ходили, искали, бродили. Зашли в гости, там с девчонками поиграли. Вот они притомились немножко, попросились отдохнуть, полежать под мультик. Ну, а я пока пошла мыть посуду. Сегодня вроде больше никаких у нас дел не запланировано. Там ни стирок, ни копаний. Ну, если настроение будет, сейчас помою посуду, пойду тоже к девчонкам наверх перечистить.